С небольшим запозданием, но с не меньшей радостью отметили День учителя педагоги дополнительного образования в Сургутском районе. Вместе с лучшими учениками преподаватели школы искусств устроили концерт, на который пригласили администрацию и Думу. Между творческими номерами отличившихся работников культуры и доп. Образования района наградили грамотами и благодарственными письмами от муниципалитета и округа. За поздравлениями поднялись на сцену более 40 педагогов. Уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за этот труд. Это очень непросто из маленького ребенка развить талантливого человека. Это очень трудоемко воплотить через ребенка ту или иную творческую идею. Это очень ответственно воспитать у ребенка трудолюбие, заниматься инструментом, пением, хореографией.